надо просто мобов танчить на первой фазе, они выйдут. Все танки стоят возле Сары и таунтите боссов. Рейд стоит в звездочке, бьет мобов. Трися, готов? Трися. Или может ачил попробуем сделать? Потом вайпнемся. Время. Трися, ты... Ладно, без Трися, погнали, короче, без ралли идем. Давайте, стали в звезду, РДД, милики, стоим в звезде, никто не идет к мобам. Танки, идите к Саре. Все милики в звезде встали. Так, бейте первого моба. КСТ сбивайте. Хоть бы сказал, что запускай заеба. Сейчас все хранители похуй еще. Давайте уже в следующий раз сделаем на следующем видео. ДЦ возьмем специально. Ну да. Не, на следующей неделе. Середу. Кто такая Сара? Коннор. Сара Джессика. Жена Мойша. Ну вот это получается под Киевом. За Киевом, да. По Киеву. Так, сейчас начнется фаза. Будут большие и маленькие щупальца. Маленькие щупальца бьют милики, большие РДД. Еще будет дебаф, как на лане с пактом. Надо сбегаться. Бейте мелкие щупальца, он не пройдет. Диспельте болезнь. В зеленые лучи бегите, сбрасывайте. От черепа отбежали, от черепа отбежали. Череп передает страх. Мид, Трися, сбегайтесь. От луча отбегайте, видите, луч ваншотает. РДД, бейте большие щупальца. Скоро портал, вон опять лучи появились, от луча отбежали. Бейте мелкие щупальца. Скоро будут порталы. Давайте в порталы заходим. Бейте щупальца. Можно убить бабу. Как в портал зайти? Ну зачем? Сколько до выхода, кстати? Ребята, до выхода. Блин. 15 секунд. Там расходитесь возле порталов, слева справа порталы. Скоро надо будет выходить. Все, уходим. Уходим. Нажимайте несколько раз на порталы, чтобы выйти. Несколько раз надо нажать. По мало здравомыслия в лучах там. Может, от лучей отбегаем, отбегаем от черепа страх. Сбегайте с пактом, забегайте в лучи. Скоро будут порталы. 3 секунды портала. Улёванный не помры. Пошли в порталы. Где? Давайте быстрее. Я супер хил, хил. Где вы видите порталы? Нигде. Это все наркомания, друг мой. Сара сверху ее целовать.
Три танка будете ловить мобов на третьей фазе. Все, выходим в порталы. Сейчас босс будет кричать на вас, вы отворачиваетесь. Вот сейчас надо отвернуться, типа. Урон наносит вам... По вам, короче, идет урон, и вы теряете стаки здравомыслия. Потеряете все стаки и умрете. Дорны, иди восстанови стаки. Почти фул. Все. Дорна, не Бёрн. Давайте, милики, тоже бейте босса, можно уже. Сейчас отворачиваться надо. Да ну этот пидорат кидывает. Подальше, стой, ты... подальше, стой. Ну типа, чтоб бить мог, но подальше. Отворачивайся. Шинан 20 стаков. Да, я знаю, я иду. Нам запорит и чего? Экстримка 24 стака, иди восстанавливай энергию. Что там, Дубылыч мне? Хватит быстрее. Да. Следим 32 стака. А ну все. Блин, никто даже не умер. Кто там выпал, конь? Не выпал. Так он только при плюс 0 вроде выпадает. Я знаю. Давай. А чё мне две только ачивы, а Void 24? Винрак, а ты не. Ну, наверное, я не был тут, а ты был уже. На Алгалона идем? Да, пусть я Алгалона убьем. Обвалившись, да? Питник. Дробящие. А куда все прыгают? Пропасть. Узы. А, передашь, Павла. А как вы туда убежали? А, тут портал. Обвалившаяся галерея. И по карте, если нажмешь, направо надо. Ну там через провал. Что, ни одного рецепта? Много рецептов было. Валившаяся галерея, портуемся. Нам удалось опередить Алгалона. Ударьте главное плюс. Удастся взломать систему и повлиять. Как же его убивать? Взглядом. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа. А, я понял, Алгалон это самый главный тип. О боже мой, тут надо, танки должны меняться на 4 стаках, да? Да. Он начнет Лерой, короче, с него заберешь Войд. Блин, будешь танчить большие звезды. О господи, даже не знаю, что там, я уже забыл все. Что там, то остается вообще, ШП остается, пережить удар. Копар останешься, переживешь удар, наверное. Ты нашел кого-то, кстати, он с этой репы у тебя есть. Хорошо, с ТРР останешься, переживешь удар. А что тут делать, я забыл? Не знаю, бить, наверное, босса, ставьте шкаф. И все. Там звезды надо разбивать одна за одной. Да, кстати, буду метку кидать и будете разбивать. Только их быстро надо разбивать, в течение 10 секунд каждую. Если... А ДЦ есть? А у тебя? Ух ты, как красиво. Бунда, да, спасибо, Лепала.
Небесный скакун с него падает, да? Да. Вопрос. А вот сейчас мы этого товарища убиваем, и льда уже безопасная, могу тут бродить сколько угодно. Да. И этот мобе еще где-то водится. Ну трэш обычный. Блин. Че, ты пофотать хотел? Да, полазить, посмотреть. Это первый раз вообще. Так, зачем мне ноги? Сюда я сам ноги поставлю. Чек на пол. Каких-то бафов нет, мне кажется. Каски чем? На друидах. Хунта, спекнись в холь. Или в 3 захилить. Да, давай в 3 захилим. Да не захилите вы в 3, блядь, упадем на звездах. Давайте я похилю друидиков, давайте. Давай. Хунта, спекайся в холле пал. Ты это самое, Олег, если звезды не назначать никого, то хаотично будут разбиваться, мы вайпнемся. Ну, все РДД будут бить звездочку, я кину квадрат. На квадрат все РДД играем в квадрат. Дайте баф вару. Че, мы просто убиваем? Да. О, мне так. На кильке. Ну что ты не в рейде? А, ты в рейде? В смысле, в рейде? Лев, что ли? Я думал, тут зайду, там ЦРК будет, что-то лич такое, проф, а тут это Ульдуар. Ну, а что ты... А где Кануб? Все, заходим за линию, Лерой, начинай. Лужу кинешь под него. Смотрите, сейчас еще будут красные метки появляться в комнате, и от них отбегаем. Что там еще вам сказать? Черные дыры забегаем. Черная дыра появляется после того, как мы убьем звездочку. Возле звездочки не стоять. Я метку кину на нее. Ух ты. Да уйди. Бьем пока просто босса. Скоро появятся звезды. Звезды помогут. Так, звезды появились. Кружок. РДД сыграли все в кружок. Скоро будет Дедкара Небес, это красные метки. Отбежали от них. Отбежали от красных меток. Отбежали все, отбежали. Вот, нормально. Захилили рейд. Давайте кружок играем. Следующую звездочку. РДД все в кружок. Там две сейчас, вот, что делать? Ну, я не знаю. Масуха, это ничего страшного. Так я бываю. Так, поднимайте хунту, Бёрд, поднимай. Отбежали от кары, красные метки в рейде. Добейте звездочку возле рейда, о, отлично. Вы заебали. Наверное, я не сказал про АУЕш. Блин, сними с меня звезды, заведи в одну дыру. Попробуй хотя бы сделать. Ты ж сам кричал, в черную дыру забегай. Я не говорил этого. Говорил. Ну, не знаю, тогда делайте, что хотите. Давайте кружок убьем. Чего? Удар в три хила. Ну, хунту так никто не поднял, сказал Бернут. Вот, смотрите, суровый удар. Надо забежать все в черные дыры. Так эти звезды, они не там. Вовремя сказал. Я не рассказывал вам тактику, чтобы дали первый этаж, чтобы посмотрели что да как. Теперь вы вроде как более-менее знаете. Давайте, рассветись. Я думал, мы туда же убивать будем. Мужик, это зайти вместо вары. У меня, в принципе, только один вопрос. Что вообще происходит? Так ты глаза разуй и смотри, чтобы... Ладно, смотрите. Ладно, рассказываю. Есть две фазы. Вот это первая, которую мы били. Просто бьем босса. Вторая фаза, он вызывает суровый удар. Этот удар наносит 100 тысяч урона. Его может пережить только протопал и ШП в тучке. Чтобы его пережить, нужно забежать в черную дыру. Вы видели, наверное, три черные дыры было в измерение. Что? Бля, нахера? В другое измерение кидают. Да, в другое измерение. Вот, когда суровый удар идет, весь рейд, кроме одного человека, должен зайти в это измерение. Три дыры достаточно для того, ну, для всех людей. У вас есть 10 секунд, чтобы зайти в эту черную дыру и выжить. Вот, это первое. Второе.
как вообще появляются черные дыры. Они появляются после убийства вот этих маленьких искр. Видели, да? Я кидал метки на эти искры. Но тут один нюанс. У них там 75 тысяч хп, и каждую секунду у них отнимается 1% что ли хп. И после того, как она взрывается, она наносит всему рейду там определенный урон. То есть, если убить, например, 3 звезды одновременно, получится то, что вот сейчас было на первом трае. Пол рейда умирает. Поэтому никаких АУЕ скиллов по рейду. Бьем точечно звездочки, захиливаем потом рейд. Ну а так, от кара никто не умирал, эти красные метки. Все вроде было нормально. Там, наверное, совы звездопада юзали. Милики увешали. Далее. Созвездия. Вот эти созвездия, они наносят урон хилам. Эти созвездия можно спрятать в черных дырах. То есть, блин, ты можешь оббежать эту черную дыру и затаунтить все вот эти звезды, они пропадут. Они закроют эту черную дыру и сами пропадут. А в остальные черные дыры, оставшиеся, забежит весь рейд. Переживет удар и продолжим опять бить босса. Все повторяется. Сколько хилов у вас сейчас? Сейчас 3 хила, он та уходит. Не надо спать уже. Надо я могу в Варшаму спекнуться. Давай в Варшаму спекайся. Потому что тут звездочка ходить не канает. Чё? За звездочкой бегать не канает. Зачем за ней бегать? За... Давайте, бафы. За РЛ. А, ну... Если он пишите. Еще разбивается маленькая искра. Вы возле нее не стоите, потому что после этого появится черная дыра и вас засосет туда. То есть вы будете в том мире ничего не делать. Поэтому надо как быстрее отбегать от нее. Заходить только на суровом ударе. Суровый удар вы видели. А там трэш бегает. С ним что ну, делать? Трэш это не смертельно, вас захилят. Не смертельно. Кольцо льда, дай, беги. Чек. Лилька в банке готов, Белин готов. Каску по луку. Сегодня ничего сложного нет. Просто первый трай я тактику не рассказывал, потому что я ее не знаю. Вот. Сейчас будет звезды, я буду кидать метку, вы будете сливать ее. Точечно. Никакого АУЕ. Звезды помогут мне. Так, кружок играем. Отбегайте все от кружка и сливайте точечно кружок. Скоро кара будет. Быстрее сливайте. От кара отбежали. Отбежали от красных меток. Пися, молодец. Так, играем в следующий кружок. В этот. Быстрее слить. Отбежали от кружка. Ну, а те другую играют метку. Ну, блядь, это доказ. Ты чё делаешь, ёбаный рот, нахуй? Я же попросил, блядь. Давайте, отбежали от кары небесной красной метки. На метке не было никакой метки. Вы хуярили, блядь. Давайте в кружок бьем последнюю. Последнюю метку. Блин, заводи звезды в черные дыры. Сейчас будет суровый удар. Смотрите. Кара небесная и все, забежали. Суровый удар будет. Да, блядь, он еще не кастует его даже. Да, я протупил. Ну ладно, ничего страшного. Вот, суровый удар, пошли, забежали в дыры. Так, что там, пережили мы или нет? Пережили. Так, от кары отбежали. Бьем кружок. Искра, точечно. Белин, забирай эти звезды и закрывай порталы.
Так, давайте следующий кружок бьем. Сзади. Сзади босса кружок. От кары отбегаем. Давайте еще один кружок. После кружка череп. В череп все сыграли, в череп. От кары отбежали, скоро суровый удар. Кары отбежали. Ух ты, блин. Меня убила звездочка. Есть БР? Поднимите Андрекса, если есть. Какой ты пати? Все, не надо. Скоро будет суровый удар. Все, не закрывай звезды. Не закрывай больше звезды, не закрывай. Сейчас надо забежать в этот. От кары отбежать. Подбегайте к звезде. К звезде подбегайте, быстрее рейд. К черной подбегайте, дыре заходите. Черная дыра, а не звезда. Когда вы заходите, отходите от того места, где была черная дыра. Чтобы вас второй раз не засосало. Нубы, сука. Вот, видите, мы почти убили. Так, давайте падать. Давайте падать. Мы уже пережили один суровый удар почти. Так, ладно, сейчас давай. Блин, смотри, ты закрыл все дыры, а нам не оставил пути для отхода. Падайте. Каждым разом все лучше и лучше. Почти. Короче, я вот видел сейчас, я кидаю метку на звездочку, мы ее убиваем, смотрю на вторую, там висит дота АДК, еще чья-то дота. Зорн, это ты мультидоту? Не юзайте мор. Давай, можешь мне ассиста, покидаю метки, да позавожу созвездие. Давай. На тебе ассист. Да, когда я вообще вручную ставлю метку, я в это время не хилю, поэтому... Какая-то... Панелька есть, метки ставить легко. И пускай Белин, Белин сидит теперь на боссе, я это самое свободно побегаю. Так, что-то на вестибюль идем. Да, но автоматом выкидывает, как суровый закончится. Ой. Давайте рыбу. Опа. Короче, осталось просто синхронизировать убитый, чтобы никто не умирал. И второе, забежать вовремя в черную дыру. Все просто. Че? Да мне не надо. Нам должно стоять. Че? Упалованный Лерой.
каску по локу дайте. Паласио, дай каску по локу. Все равно не бафаешь. Кушать хочется. Лерой. Плак. Плак по ханту. Все, он агри босс, а Лерой. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Только он получил сообщение от наблюдателя в любом случае. А. Было быстро, очень быстро. Кто не понимает, как его ешать, наверное. Упадайте. Блять, сова, Шадим, ты юзаешь звездопад? Давай посмотрим. Ну, вначале юзнул, а сейчас я полбоя мертв. Все, нейрон. Почему у нас звезды взрывают? Я делаю то, что должен. Я делаю то, что должен. Жизнь не может быть вечной. Я делаю то, что должен. Жизнь не может быть вечной. Ну раз не выдашь, тогда расход. Все. Числа ИПа. Это звезды, которые вспыхивающие, или живое созвездие? Ну, блядь, скажите, кто бил его, какие-то, наверное, не знаю. Бой, наверное. Ну, я там в конце уже бил, когда там танки задыхаются. Главное, линканул. Да это ничего не, ну, это не показатель, там...
Да, это правильно, так. Дайте каску, Варон. Отлично. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение, что жизнь не может быть вечной. Поднимайте, Варон. Мод, блядь, где-то стоит, нет, в пизде какой-то, не могу стать похил. А, он чё? А, короче, уже минус 5, все. Даю ЕПР расход. Дело. Да, Карли! Чё, чё? Давай. Мы начали просто рано, блядь, я рыбу хавал вообще, вы начали, меня просто вниз, ну, я вниз упал и все. Да. Так кара не ваншотает. Не-не, кара ваншотает, если ты прямо в ней стоишь. Ну, только что выжил, но правда меня подкинуло, но потом убило. Да не, я просто встал, меня не убило. Так, Ваня, я тебе накину 500 EPS. Я тебе говорю о другом. Mm-hmm. Начали пул, и я просто упал вниз, и все, меня протонуло начало. Да ладно, забей. Пару раз ходите, забей. Научитесь, не научитесь, возьму случата, кто знает тактику. Пошлите до спрейдера, ЦЛК. Я чего, я что-то не рассказываю. ЦЛК? ЦЛК до спрейдера, пошлите. Нет, не ЦЛК. Мне 23. Так, я кинул ЕП-то с Алгалона был. Сейчас кикну вас. Ну кто на Алгалоне сидите? Да нет, вот пришел первый драйв. Он тут Алгалон не работает, что только на час. Блин, 3 боссов, наверное, был, ладно, давай 800 накинем. И все, вроде, все остальные с нуля были. Наверное, да.
ему 800 начислил, потом пал. А что толку с того поста? Да, ВКонтакте видосы. Ладно, пока все. А сколько у тебя осколков осталось? 3. Жопу подотри. Свою, блядь. Где долбанные рецепты на чат? Блядский инст. И осколок осталось, и потом следующий кто по очереди.